Привет, мы за кулисами показа Оливье Тейскинс. На мой взгляд, мой образ воплощает свойственное коллекции сочетание роскоши и силы. Я в восторге от длинного легкого плаща, в котором выйду на подиум. Элегантный, роскошный, запоминающийся образ. В нем определенно воплощаются знаковые коды бренда. Думаю, наряды из новой коллекции придутся по вкусу современным парижанкам, девушкам, которые хотят выглядеть элегантно и стильно каждый день. Да, в каждом наряде отражается особая парижская утонченность. Коллекция великолепна. Привет, меня зовут Анника, вы смотрите телеканал World Fashion. Сегодня я выйду на подиум в кожаной юбке с необычным разрезом посередине. На ногах черные сапоги с острым носом. Также на мне футболка с интересным декором, а поверх нее элегантный длинный тренч. Прекрасный образ. В творениях дизайнера девушки выглядят красиво и дерзко. Мне нравится лаконичность новой коллекции. Сдержанная палитра, интересные детали, в каждой из которых выражается мастерство дизайнера. Макияж и прическа естественные и простые, ведь в центре внимания – одежда. Некоторым девушкам визажист нарисовал на веках черные стрелки, у других преобладает белый цвет. Все зависит от палитры наряда. Привет зрителям канала World Fashion, меня зовут Аманда. Чувствую себя великолепно, макияж потрясающий, наряд, состоящий из жакета и платья, выглядит стильно. Я в восторге от своего образа. Я выйду на подиум в облегающем тренче из мягчайшей кожи с множеством маленьких пуговиц. Мне нравится, как скроен наряд. Он отлично сочетается с перчатками, тоже кожаными. Образ выдержан полностью в черном цвете. Тренч дополняют фантастически красивые ботинки. Уверена, они в наступающем сезоне будут пользоваться огромной популярностью. Определенно, аксессуар заслуживает внимания. Образ дополняет серьга, очень необычная, такого вы еще точно не видели. Она сделана вручную, хендмейд – это всегда здорово. Макияж естественный, у некоторых девушек стрелки, у меня нет. По-моему, такой макияж как нельзя лучше подчеркивает красоту и индивидуальность каждой из нас. В центре внимания черты лица, никаких ярких красок, все сдержано. Прическа тоже максимально естественная. Стилист использовал лучшие средства, образ получился непринужденным, а это как раз то, что нужно. Коллекция получилась рок-н-ролльной и свежей. Особенно понравились всевозможные черные платья. Великолепное шоу. Дизайнер вновь демонстрирует верность кодам бренда. Коллекция получилась потрясающей. Определенно, белое платье – один из лучших образов, что мы сегодня увидели. И следующий выход впечатлил не меньше. Черное платье с длинным шлейфом и прозрачным топом – великолепно. Дизайнер, как всегда, на высоте. Коллекция романтичная, при этом ей свойственна определенная мрачность и драматичность. Мне больше всего понравились наряды из прозрачных тканей, длинные перчатки, сапоги. Удивительное сочетание женственности и дерзости. В каждой коллекции отражаются мои корни, мои увлечения, все, что я люблю. Поэтому я никогда даже не задумывался о поиске источника вдохновения. Все складывается весьма естественно. Я открыт всему новому, постоянно думаю, что бы сделать на этот раз. Всегда стараюсь предложить нечто необычное, творческое, оригинальное. Я стремлюсь создавать наряды, которые придают девушкам уверенности и притягивают взгляды. В этом сезоне я решил придать коллекции современную динамичную нотку, несмотря на то, что в ней широко представлены образы, уже ставшие классикой бренда. Что касается палитры, преобладают черный и белый. Их я разбавляю насыщенными оттенками, вдохновленными цветами и растениями. Ярких акцентов как раз в меру. Особое внимание я уделил работе с пропорциями. Наряды скульптурного кроя смотрятся изысканно. В коллекции представлены запоминающиеся пальто. Мне нравится, как девушки в них выглядят, особенно если пальто сочетается с женственным платьем из легкой струящейся ткани.
Образ получается идеально сбалансированным. Аксессуары в этом сезоне изысканные, деликатные, легкие. Они были созданы в коллаборации с талантливым дизайнером Крисом Абана. Крис предлагал свои идеи, я показывал ему наброски, каждый аксессуар мы продумывали вместе. И я очень доволен результатом. Украшения необычные, они служат идеальным дополнением к нарядам. Я очень серьезно отношусь к выбору аксессуаров. Все должно идеально сочетаться. Я решил, что открывать показ будет девушка в платье из черного бархата. Ткань поглощает свет, отсюда графичность образа. А финальный образ является интерпретацией наряда, который я создал еще в начале 2000-х. Таким образом, я демонстрирую, что коллекция имеет отношение и к ретроспективному проекту, над которым я сейчас работаю. Приятнее всего, пожалуй, было работать над силуэтом и объемом. Каждый силуэт уникален. Большой привет зрителям канала World Fashion. С вами Оливье Тейскинс.